Смотрите, сейчас будет котик. Так, это котик. Оп-оп-оп-оп-оп. Это братский котик. Его вообще не видно, но типа есть. Его вроде нету. Но глаза вроде есть. Вот, если не знаете, как тискать котика, ребят, если вам хочется спать, а у вас есть котик, то берете и тискайте котика. Смотрите, да. Блин, у меня тоже кошка проснулась, улыбающаяся рожица, ну вот чувствую, пора кормить. Да гладите, гладите котика своего. Тискайте его. Котик. Ну сюда поясни. На Карла котик. Улыбающаяся рожица. Котик. Да котик. По-моему, еще котик идет. Все, котик убежал. Я бы потискал Фэтбика. А котика ты потискать не хочешь, брат? Это был гайд на котика, ребят. Точнее, не так. Гайд, как тискать котика. Вот это да.